Ну, достаточно важным вопросом, который в своем выступлении губернатор Станислав Сергеевич Воскресенский отразил, это развитие, прежде всего, экономики, создание новых рабочих мест. И очень важно для нас получить такой импульс, и обозначенные задачи будут выполнены. Важно также для города Фурнова в связи с тем, что Фурнов является моногородом. Большое количество предприятий при личной поддержке губернатора на сегодняшний день готовится к открытию нескольких площадей на территории Фурнова. Это Миртекс, порядка 3000 квадратных метров, это фабрика номер один, русский дом, порядка 4000 квадратных метров. Фаберлик подтвердил свое участие, одобрили финансирование, и он также будет развиваться. Приятно, что фабрика номер два, текстильное производство, в этом году выросла по НДФЛу, по поступлениям, соответственно, значит, увеличились зарплаты на предприятии. Сегодня огромный дефицит в профессионалах, и туризм, который у нас есть с вами, как его ни называй, гастрономический, там, текстильный и так далее, всегда кроется в чем? Нужен экскурсовод, групповод, который именно возьмет группу. Нужны краеведы, нужны фундаментальные знания именно вот того знания. А то, что у нас много фермеров, у нас много таких местных локаций, которые интересны туристам. Сегодня многие ушли от 50 местных автобусов и перешли на индивидуальные туры. Приезжают машины, в основном это семейный уже получается туризм. И вот мы с этим сталкиваемся, понимаем, что очень часто берут этих экскурсоводов, сажают к себе в машину наши гости, и уже наши вот эти вот специалисты рассказывают про нашу область, потому что идет такой индивидуальный подход. К сожалению, люди пересформируются. Кому-то нравится в 50-местном автобусе двигаться, а кому-то нравится индивидуальный подход.